Доброе утро, Сергей Михайлович. Васенька. Ой, что это такое? Это вам. Тирамису. Да, дарит хорошее настроение на целый день. Все, что сделано твоими руками, дарит хорошее настроение. Вкуснятина. Кофе. Кофе. Спасибо. Вот я смотрю на этот самолет. Замечательная машина, замечательная. Пролетал полгода. Да, знаю эту историю. А я рассказывал уже? Ну, раз примерно 100. Ух ты. Да, если б не зрение, я, может быть, на нем и летал бы. Жалеете? Да нет, не жалею. Ну, а с другой стороны, я бы тебя не встретил, правда? Правда. И у меня была бы другая жизнь. Да, да вот, кстати, по поводу этого я и хотел с тобой поговорить. Доброе утро! Не мой, что ли? Немножко не от мира сего, знаешь, как раньше говорили, блаженные. Реставрируют местные экспонаты, болеют самолетами, так как и я. Я с ним разговаривался. Знаешь, что говорит? Спокойно здесь у вас. Спокойно, как нигде. Самолеты и небо, и все. Сергей Михайлович, а вы о чем хотели поговорить? Он вышел. Егор, Васенька. Может, ты поживешь у нас пока? Ну, время. Нет. Ну, значит, он же тебя ищет. Он, а в детдоме? Нет. Я очень боюсь. Как бы ну, тебя в прошлую жизнь не затянул. Снежинка! Егор! Молчи, ничего не говори, поняла? Я люблю тебя. Я люблю тебя, Снежинка. Не положено. Трогай меня, костел! Я люблю тебя! Я тебя очень люблю! Потерпи чуть-чуть! Ты трогайте! Руки свои убрала меня, не понял? Спасибо, вы можете идти. Это и есть ваша хорошая девочка? Садитесь. Постою. Пожалуйста, я прошу тебя, ну, присядь. Ну, давай же, ну, что ты? Давай, присядь. Ага, ну, все. Гражданка новогодняя. По статье 162 вам грозит до 10 лет лишения свободы. Но благодаря ходатайству директора вашего детдома, гражданина Ревзина, прокуратура готова просить условный срок. Спасибо. Если вы, конечно, будете сотрудничать. Да я сдохну быстрее. Тихо. Пожалуйста. Вы простите, не могли бы оставить нас на пару минут? Пожалуйста. Ребенка родить? В тюрьме? Ну, кому я объясняю? Ты что, ты не знаешь, что такое жить без папы, без мамы? Отец пойдет на 10 лет, и мама туда жить. Я его люблю. Я понимаю. Наша с тобой задача – вытащить тебя отсюда. Я тебе помогу. Во всем. Ну-ка, ну что ты уж прям? Ну, все. Я тебе помогу обязательно. Спасибо. Все решили? Да, да. Тогда, Сергей Михайлович, вы можете быть свободны. Спасибо. С вами Анастасия, мы побеседуем. Сергей Михайлович, это было полжизни назад.
И Егор меня не сможет вернуть. С Егором мне говорить не о чем, не волнуйтесь. Я сделала свой выбор 10 лет назад и не жалею. Но мне обидно, что вы мне не доверяете. Нет, я тебе доверяю, я ему До свидания, Сергей Михайлович. Что с вами? Нет, пожалуйста. Продолжаем наши экскурсии. Гордость нашего музея – это первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Сегодня стрельцы могут встретить любовь. Слава богу, заводишь его наконец. Ты что? Ты же про него. Нет, там написано «встретит», а ты его видишь каждый день. Ну, может быть, сегодня он как раз меня заметит наконец. Ась, может быть, сегодня после работы в кино сходим? Ой, простите, пожалуйста, у меня аллергия. В кино никак не могу, занята. Надеюсь, хотя бы у тебя аллергии нет. Вот и заметил. Юлия Анатольевна, порадуешь чем-нибудь? Пока особо нечем. Один удар в область сердца. Орудие убийства. Отвертка. Вон с того набора, в котором самолет ремонтировали. Ты ремонтировал, выяснил? Механик. Свидетели утверждают, что видели убегающего человека в серой кофте и кожаной куртке. Описать не могут, так как видели со спины. Фамилию узнали? Сейчас узнаю. Я позвонил директору, она сказала, что у них там какие-то перетрубации. Говорит, будет теперь у них как, все как в Европе. Она в пути, в общем, едет. Но я считаю, что это механик. Отвертка-то его. Не надо преждевременных выводов. Что тут еще? Найдено были 2 стакана с кофе. На одном из них губная помада. Стакан на экспертизу надо сверить с ДНК убитого и узнать, имеют ли они отношение к убийству или нет. Есть. А личные жертвы мы сейчас установим. Не надо. Я знаю убитого. А я знаю, с кем наш убитый говорил последний раз. Ася Новогодняя. Да. Женщина, отойдите за оградительную линию. Оперативно-следственное мероприятие. Я директор. Мне кажется, это вы мне звонили. Да, мы вам звонили. Следователь Холодов Матвей Александрович, Следственный комитет. Смирнова Екатерина Павловна. Очень приятно. Екатерина Павловна, скажите, пожалуйста, а у вас есть данные вашего механика? Агранов Арсений. Работает 2-й месяц, нареканий нет. Не знаю, очень хороший реставратор. У вас есть его адрес? Ну, конечно, есть. И адрес, и паспортные данные. Все в отделе кадров. Вот говорят же, что беда не приходит одна. Да у нас страшные проблемы с этим редизайном. В последнюю минуту подрядная организация отказалась от нашего проекта. А как называется организация? Магия. У нас такой проект был. Да мы бы могли бы не хуже, чем в этой Европе. Илья, нам пора. Ну, надеюсь, у вас получится, чтобы с кем-нибудь как в Европе. Надо пробить этого Агранова. Есть у него родственники, семья. Возьми пока пару парней, иду к нему. Адрес возьми в отделе кадров, хорошо? А вы все-таки думаете, что это он? Ну, пока пальчики не пришли, трудно сказать, но
Поговорить с ним надо. А это Ася, это новогодняя. Может, я ей позвоню? Не надо. Я сам. Аккуратненько, сломаешь. Тогда сами открывайте. Помощь нужна? Ничего себе! Ты где так настропалилась? Трудное детство. Да? Да, помню. По какому вопросу? Ладно, жду. Гражданин СИЗОВ, Егор Николаевич. Можно мне воды? Живот болит. За стол или в камеру. Есть свидетельские показания, что при нападении на обменный пункт ваш напарник СИЗОВ угрожал сотруднику пистолетом. Подтверждаете? У меня болит живот. Потерпите. Так что с пистолетом? Если вы будете баньку валять, то наше соглашение... Пистолет Макаров. Отлично. Где пистолет? Мне больно. Я вас отпущу только, когда вы ответите на мои вопросы. Здравствуйте, Матвей Александрович. Здравствуйте, Анастасия. Давно не виделись. Правда? Давно. Я даже не успела соскучиться. Здравствуйте. Может быть, что-то из напитков вам пока принести? Ничего. Старший лейтенант на 5 минут. Уже майор. Да вы что? Спасибо, не буду ничего. Я знаю, зачем вы пришли. Вот как? Да, из-за Егора СИЗОВа. Он вышел, я знаю, мне сегодня Михайлович рассказал. И то попросил, чтобы вы приехали. Как оперативно. Только не надо меня опекать, я уже не маленькая девочка. Когда и где вы последний раз видели Сергея Михайловича Ревзина? Сегодня утром в авиамузее. Почему именно там? Это традиция, каждый четверг он туда ходит. А что? Что случилось? Его убили. Что? Возможно, вы последний, кто видели его в живых. Господи. Как это? Кто его? Мы выясняем.
Вы не могли бы мне поподробнее рассказать о вашей сегодняшней встрече? Конечно, это вы его убили. Нет, Сеня, это ты его убил. Изгоя повесился. Сана, что это у нас за гость такой? Из Следственного комитета. Фу-па. А что ему здесь надо? Походу, наша звезда во что-то вляпалась. Ася. Асечка, я соболезную. Ответьте на последний вопрос. Скажите, кроме вас с Сергеем Михайловичем, там еще кто-то был? Да, там был... Механик, реставратор. Простите. Да, Илья. Угу. Еще раз, какой у него адрес? Да кого-кого? Механика. Ага. Все. Есть. Угу. Думаете, это он? А пока мы его разыскиваем как свидетеля. Если вы что-нибудь еще раз вспомните, звоните. Удивительная просьба. Не уезжайте пока из города. Матвей Александрович, подозреваемый реставратор в квартире не обнаружен. Надо его в розыск объявлять. Так объявляй. Что ты у меня разрешение спрашиваешь? Что нашли? Да, нашли худи со следами крови. Отдан на экспертизу. Что нашли? Худи. Ну, штука такая, с капюшоном. А по-русски? Свитер. Толстовка. Толстовка отдана на экспертизу. На подоконнике найдены следы, предположительно, хозяина. А в комнате стеллаж валяется с книжками. Видно, что что-то искал, торопился, вот уронил. Потом его кто-то спугнул. Он ушел через окно. Интересно, кто? А, Матвей Александрович, я охрану поставил возле подъезда. Мало ли тут, кто его искал, или сам Агранов вернется. Молодец. А вы куда? Я в детдом. А может, я с вами? Нет, не надо. Найди мне дело Егора Сизова. Егора Сизова? Есть. Мужик какой-то. Нет, не наш. Наш волосатый был. Погоди пару минут, и можешь выходить. Хорошо? Спасибо.
Пришли меня убить? Убить? Зачем? У вас ничего не выйдет, снаружи полиция. Я закричу, и вас поймают. Или закричу я, и поймают вас. Вас уже ищут. Я ничего не сделал. Да? Тогда зачем здесь прячетесь? За мной гонится убийца. Кто он? Вы видели его? Нет. То есть видел, но лица не разглядел. Это как? Я потерял очки, у меня зрение -8. Я не смогу его опознать. В любом случае, вам нужно пойти в полицию и все им рассказать. Что я им скажу? Этого человека убили моей отверткой. Кто мне поверит, что это не я? Вы верите? Ты зачем сюда пришел? Мне больше некуда. У меня никого нет. А вы зачем пришли? Я хочу найти убийцу. Человек, которого убили, был мне как отец. Так что у меня теперь тоже никого нет. Я не видел убийцу, но слышал его голос. Сможешь распознать его? По голосу смогу. Пойдем, я знаю, что делать. Валюша, никого ко мне не пускай. Хорошо, Ирина Борисовна. А кто у вас вместо Ревзина? Ирина Борисовна. Только к ней нельзя. Подождите. Здравствуйте. Майор Холду, Следственный комитет. Ой. Баграшова Ирина Борисовна. Директор детского дома. Ну, то есть ИО, но это временно. Ирина Борисовна, он сам. Иди, Валюша, иди, иди. А это что? Это средства, предназначенные воспитанникам. Мне их позавчера Сережа Ревзин, покойник, дал, царство ему небесное. Вот решила пересчитать. Позавчера дал, а вчера его убили, интересно. Ирина Борисовна, откуда у покойного такая внушительная сумма денег? Он мне не докладывал. Может быть, благодетель какой? Благодетель? Благодетель – это хорошо. А враги у него были? Да бог с вами, товарищ майор. Какие враги? Сергей Михайлович, святой человек был, его все любили. А что вы делали вчера с 9 до 10 утра? Я здесь была. Мне нужно было пораньше прийти, отчет закончить. Кто-нибудь видел, как вы входили? Ну, охранник, может быть, Валюша. Она тоже с самого раннего утра здесь была. Простите, я не понимаю, вы меня что, подозреваете? Такая у меня работа всех подозревать. Этот приходил к Ревзину? Нет, не видела. Валюша? Да? Будете понятой. Денежные средства я изымаю до выяснения. Будем оформлять изъятие. Если эти доллары дал Ревзин, то они могут быть как-то связаны с убийством. А новогодняя у вас давно не появлялась? Да лет 10 назад последний раз ее видела. Но с Сережей они общались. Почему? Ася девочка сложная. Сережа много ей помогал. А любишь ведь того, в кого вкладываешь. Ну вот. Теперь ты не хиппи. Да я никогда не был хиппи. Я не разделял их философию. Да неважно. Главное, это другой человек. Родная мама не узнает. А у меня нет мамы. Ну, папа. Папы тоже нет. Прости. А, вот. -8, как заказывал. Мне нравится твой новый имидж. Правда? Да. Так, так. Шмотки. Полный мужской гардероб. Ну, правда, не вчера купленная, но как новые. Чьи это? Ничьи.
Нет, нет, это... Так светлой кожи. А у тебя смуглая. Сейчас. Вот. Красавчик. Это кто? Никто. Этот никто несколько раз приходил в авиамузей. Стоял за деревом, а близко не подходил. Так кто это? Человек, который имеет на Ревзина большой зуб. Почему? Потому что тот помог сесть ему в тюрьму. Ты куда? Навестить его. Ты думаешь, он убийца? Я не знаю. Я с тобой? Нет. Если он убил, то он тебя ищет, а меня он не тронет. Почему? Не тронет, вот и все. Здорово, Матвей Александрович. Ты что, только на работу? И это Иван Юрьевич, не только опять. Не бережете вы себя, Матвей Александрович. Не бережете. А ты куда собрался? Ну ладно, бывайте. Счастливо. Что по Багряшовой? Все чисто, у нее алиби. Ну и что? Может, не она. Преступных элементов среди бывших выпускников хватает. Да все, кто подходит для мокрухи, все уже давно закрыты. Да и я не понимаю, зачем ей это. Ради места директора детдома? Ну... Думай, Леш, думай. Пожертвованы бюджетные средства. Может, Ревзин стал свидетелем каких-то делишек. Ну или мы просто говорим на хорошего человека. Вот и проверь. Матвей Александрович, может, завтра? Почему завтра-то? Да мне еще неправильные глаголы учить. Там по контрольной. Какая контрольная? Да я ему говорил, на английский пошел. На курсы. Ладно, иди. Завтра в 7:30. Ага. В 7:30? Недовольные придут всем. А have a good night. Have a good night. Ты о чем? А ты будто не знаешь, Сергея Михайловича убили. Снежинка, ты меня за кого принимаешь? Где я, где мокруха? Ты чего, забыла меня, что ли? Тебя забудешь. А я знаю, за что его замочили. За что? Я вечером в детдом ходил. Хотел поговорить в открытую. А он мне прям с порога попер. И что? А то, что в кабинете ты его и заглянуть успел. На полу бабки валялись. Много. 20-30 долларов. А Багражова их собирала. А ты прям так успел сосчитать? Ну так, глаз алмаз. А теперь моя очередь вопросики задавать. Почему ты ни разу не пришла? Я написала письмо. Написала, что ребенка нет. Два слова. Два слова за 10 лет. Я не могла. Это он тебе запретил? Директор? Нет. Я сама выбрала новую жизнь, Егор, без тебя. Снежинка. И что, вот так просто взяла и разлюбила? Я изменилась. Зачем пришла? Хотела в глаза тебе посмотреть. Ну, что ты там увидела? Что некоторые люди не меняются. Ася, Ася, это очень плохая идея. Вдруг меня кто-нибудь узнает? Во-первых, тебя сейчас не узнать. Во-вторых, если хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место. Вот тут не понял. Тебя здесь никто искать не будет. Просто поверь мне, хорошо? Я верю.
У седьмого столика заказ еще не взяли. Уже 20 минут ждут, как минимум. Я что, разорвусь, Вадим Сергеевич? Или человека добавляете, или я в отпуск пойду. Каждый день как в аду на сковородке. Какой отпуск, Оксана? Асим от Гуля. Уже нет. Здравствуйте всем. Вадим Сергеевич, могу с вами поговорить? Официанты же нужны. Я вот привела на испытательный срок. Кто он? Сеня. Мы вместе в одном детдоме росли. Вот, он уехал в Ростов, вернулся. В общем, очень нужна работа. Я даже не знаю. Опыт у него есть? Книжка медицинская? Книжки нет, опыта маловато, но я помогу. А хотите, мы с вами в кино сходим? После работы. На днях, правда, не сегодня, и вы сами понимаете. Ну, что насчет Сени, Вадим Сергеевич? Просто Вадим. Ну, ладно, пускай он, Оксана его поднатаскает. Спасибо, Вадим. А какие фильмы тебе нравятся? Да, на ваш вкус. Я зову Сеню. Да, зови. Что? Слова учу. Садись. Новости по Агранову есть? В лаборатории завал, результаты по нему еще не пришли. Так а ты не жди, пробей пока ближний круг. Да там пробивать-то нечего. Родители давно умерли. Никакого криминала. Естественные причины. Друзей у него нет. Жены тоже. Живет один. Ну не может быть. Ну не может быть, чтобы вообще ничего. Но он же не призрак. Он общается же с кем-то. Ну может, медицинская карта есть? Да, вот тут как раз есть кое-что интересное. Примерно год назад он обращался к психиатру, к частному. Поэтому на учете не состоит. Но я пробил его все счета и выяснил, кому он платит. Чего ты до сих пор не съездил к психиатру? Так он на конференции был, к тому же только сегодня прилетает. Я все равно думаю, что это не он. А кто? Сизов. Не, ну он же вор, а не мокрушник. Ну, за 10 лет всякое могло произойти. К тому же я полистал его дело. Вы знаете, что благодаря показаниям Ревзина его посадили? Ну вот, значит, и мотив есть. Молодец, Илья. Я поискал тебя в интернете и ничего не нашел. Зачем? Хотел узнать о тебе побольше, как друг. Друзья не ищут в интернете. Они просто задают вопросы. Давай, чего хотел узнать? Кто тот парень на фотографии? Следующий вопрос. Тебе нравится Вадим Сергеевич? Твои вопросы не дружеские и вообще не очень важные. Ты хочешь семью? Очередной очень дружеский вопрос. Мне кажется, ты не хочешь отвечать, потому что все мои вопросы важные. Парень на фото – моя первая любовь, которая закончилась, когда он сел по 162-й. Вадим мне не нравится. Хочу ли я семью? А зачем? Все семьи рано или поздно распадаются. Дети от этого страдают. Я уж точно знаю, поверь. Лучше не иметь, чем иметь и потерять. Нет, это не так. Твоя очередь. У меня была семья, но я ее потерял. Что случилось? Я тогда только получил права, вез родителей. Дорога была скользкая, навстречу выехала машина. Я не справился с управлением, мои родители погибли. Сень, какой кошмар. Мы пришли. Надо же, 10 лет прошло, ничего не изменилось. Даже краска на стенах та же. У него телефон. Обалдеть, ты видел? У меня даже сапог зимних не было. Пацан! А? Где Ирина Борисовна найти? В столовке. Спасибо. Так.
Настя, Даня, а почему это у вас тарелки полные? Мы не хочу. Через «не хочу». Пока не доедите, за стола не встанете, ясно? Сейчас скажет, ешь больше, проживешь дольше. Ешь больше, проживешь дольше. Здравствуйте. Асенька. Добрый день, Ирина Асенька. Борисовна. Ай, здравствуй, моя дорогая, здравствуй. Привет. Ну, какая ты молодец, что заглянула. А это парень твой? Друг Сеня. Ага. Ну что ж, очень приятно. Кушать будете? Нет, спасибо. Мы на самом деле по делу насчет долларов. Ага. Дети, ну что, пошли. Хватит, все равно не будут есть. Давайте. Как тебя зовут? Настя Мамотова. Родилась в марте? А ты откуда знаешь? Ну, моя фамилия новогодняя. Родилась 1 января. Здорово, так ты тоже из наших? Была. Ну что, пойдемте, пойдемте. Катерина Сергеевна, детей примите, пожалуйста. Вам про деньги Сергей Михайлович сказал? Нет, но вдруг это поможет найти убийцу. Ну, в общем, я из бухгалтерии шла. Мы там смету на ремонт составляли. И вдруг слышу крик, голос Сергея Михайловича. Вон отсюда кричит. Да что такое? Что за... Я сказал, вон отсюда! Ну, что непонятного? Что здесь? Заберите деньги свои. Божечки свят, кто это? Ворюга один, это неважно. Сережа, а что это за деньги? Вот собери, унеси в церковь. Да бог с тобой. Я тебе говорю, это грязные деньги, Ира. Унеси их в церковь, это понятно? Егор, давай, Садка, иди вон, а? Ой. Ну, я, конечно, деньги в церковь-то не отнесла. Своим нужнее. Но только не уберегла я деньги-то. Украли? Да не украли, изъяли. Следователь явился, не запылился. И все, тю-тю, наше богатство. Я, конечно, не сказала про мужика этого. Не дай бог ему деньги вернут. И вообще, как дело было, не сказала. Ой, ну вот как бы они пригодились сейчас, как бы пригодились, а? О, гражданин начальник, давно не виделись. Не понимаю, по какому поводу меня задерживают. Вас никто не задерживает. Мы пришли поговорить. Так я не люблю с тобой говорить, начальник. Обычно наши разговоры плохо заканчиваются. Ничего, потерпите. Где вы были с 9 до 10 утра позавчера? А что, меня в чем-то подозревает? Отвечайте на вопрос. Кажется, мне дело новое шьют, да? Не выйдет. У ваших я отмечался. Корешей своих изули спроси. Илюш, позвони в управление. Ага. А зачем вы встречались с Сергеем Михайловичем Ревзиным в понедельник вечером? Соскучился. Давно не виделись. Пойдет? Вы с Анастасией новогодней виделись? А она тут при чем? Или вы теперь ее подозреваете? Виделись или нет? А это тебя не касается, начальник. Хочешь допрашивать, вызывай в прокуратуру. Предъявляй обвинение. Я свои права знаю. Отстань от нее. У нее новая жизнь. А если не отстану? Тогда что? Матвей Александрович, я позвонил в управление, и там сказали, что действительно во время убийства Ревзина он был в управлении. Еще увидимся. Надеюсь, не скоро. Всего доброго. Блин, жалко, у них камер нет. Могли бы узнать, как он выглядит. Ася. Стой тут. Ну какой ты урод, машину поцарапал. Пожалуйста, ну посмотрите. Девушка, это ваши проблемы. Не мешайте работать. Thank you.
молодой человек, а что у вас в кармане? Не хотите взять заплатить? Как вы узнали? Знаете, огромный опыт по обеспечению безопасности. Вот у вас зеркало есть? Вы думаете, вы за ними следите, а оказывается, они за вами. Когда? Вторник, 8. Ну как? Ну, кое-что есть. Около 8 в детдом входили 2 человека. Сам Обограшов и незнакомец. Но он был в кепке, и разглядеть его не удалось. Он приехал на машине, у меня есть номер. Что ты делаешь? Ищу владельца машины на одном из сайтов, на которых можно посмотреть, на кого зарегистрировано транспортное средство. Облом. Машина зарегистрирована на автомастерскую. Но зато у нас есть адрес. Простите, пожалуйста, простите, ради бога. Иди сюда, горе мое. Что случилось? Случилось, представляете себе, вот села в попутку и одна сережка. Бабушкин подарок, единственная память. А я здесь при чем? Ну как, а как я без вашей помощи водителя найду? Девушка, мы здесь машины чиним, а не сережки разыскиваем. Я понимаю, так вот мой непоси номер записал. Нет бы самому довести. Я выпил. Не надо было пить. Посмотрите, пожалуйста. Так. Девушка, так это заменка. Мы таким вип-клиентам выдаем, пока их машину чиним. А посмотрите, пожалуйста, кому во вторник выдавали? Вдруг он сережку нашел, а меня разыскать не может. Ну, ладно, пойдемте. По базе адрес посмотрим. Спасибо. Ты со мной. Да, Арсений обращался ко мне год назад. Но вы понимаете, что все это строго конфиденциально. И есть понятие врачебной тайны, я не могу. Сделайте для нас исключение. Он разыскивается по подозрению в убийстве. С какой проблемой к вам обращался Арсений Агранов? У Арсения Агранова шизофрения. А он может быть опасен? Однажды ему показалось, что соседский черный кот – это дьявол. И он запер его в подвале. Ну, слава богу, мне удалось убедить, что это не так. И он отпустил несчастное животное. Но я не видел Арсения уже несколько месяцев. И при отсутствии должного лечения, думаю, да. Он мог бы быть опасен. Да, Сеня, играешь ты, конечно, плохо. Сразу видно, по вокзалу не таскался. Надо как-то, не знаю, эмоциональнее быть, пронзительнее, что ли. Я постараюсь. Значит, Роман Лебедев, поедем к нему? Да, и что мы скажем, что мы из полиции? Нам бы хоть что-то о нем узнать. Можно попробовать. В интернете есть все. Роман Лебедев, наш авиамузей скоро будет как в Европе. Авиамузей? Интересно. О, братан,
Асю мне кликни. Скажи, жених пришел. Слышь, у меня такой же галстук был. Этот галстук подходит только к смуглой коже, а у вас кожа слишком светлая. Там, где я отдыхал, не загорает. Я вижу, вы весь срок отмотали. А ты что, разбираешься, да? Ася рассказывала. А ты кто? Арсений. Вместе в детском доме были. Асин друг. Нет у нее никакого друга из детдома. Жениха тоже нет. Да? Сень, ты иди. На. Ты зачем пришел? Я же сказала, все кончено. Там кое-что про твоего хана выяснилось. Что? Здесь что? Через 10 минут на улице подождешь? Угу. Цветы. Видимо, не на эти. Что, Агранов? Да как в воздухе растворился. Никаких покупок с карт, никто его не видел, дома он не появлялся. Но вот что мне удалось выяснить, там примерно полгода назад соседка его подавала заявление о том, что Агранов пропал. Не появлялся месяца три. Но потом свое заявление, когда он появился, через неделю, она забрала. Может, я к ней съезжу? Съезди. Поговорю? А что у нас по Баграшовой? No money, no love. Пардон, я прошерстил этот детдом. В общем, там никаких похожих сумм даже в рублях. Чем-то наш не тем директор занимался. Илья, ты когда-нибудь видел, чтобы кто-нибудь нарушал закон для того, чтобы деньги отдать детям? Но у Юри деточки не в счет. Меня что-то уже котелок не варит, Тихон Александрович. Может, до завтра? Ревзин дал бы Грошову деньги, но не оформил пожертвования. Почему? Может, не успел? Именно. Он их тем вечером получил. Так, ты дуй, найди распечатку звонков Ревзина, а я найду видеозаписи. Там около детдома были какие-то магазины. Что ты хотел показать? Да я сказать хотел. Я все еще люблю тебя, Снежинка. Ты сказал, что что-то выяснил про Сергея Михайловича. Точно. Он сказал, что я тебе не пара и что ты достойна лучшего. Ты меня обманул. Снежинка, я должен был с тобой поговорить. Послушай, я тебе все дам. Деньги, цацки, все, что захочешь, твое будет. Я хочу нормально жить, Егор. Этого дать ты мне не можешь. Все смогу. Для тебя вообще все. Я изменился, я теперь честно живу. Любимый Олюшки за сына? Егор, ты никогда не изменишься, Егор, это навсегда. Ась, чемодан еще у тебя? Не помню, не искала. А дружок твой, походу, его уже нашел. Ась, люди не меняются. Уж я-то знаю. Добрый день. Майор Холдов, Следственный комитет. Мне нужны записи с ваших видеокамер. Что, еще не нашли? Кого? У того, кто той девушке машину задел. Какой девушке? У которой записи просил за вторник. Только их нет уже. Мы 3 дня храним. Это она? Да, точно она. Голодный? Ну, как все прошло? Оф, не спрашивай. А ты что делал?
Ну, пока ты там налаживала свою личную жизнь, я кое-что накопал. Ты что себе позволяешь? Какая личная жизнь? Меня ищут. Надо срочно найти убийцу и доказать, что это он, иначе мне конец. Понятно. А значит, мне все равно, да? Нет, ну... Ну, а что? Значит, я не хочу найти убийцу Сергея Михайловича? Прости, это было некорректно. Еще как. Но зато я кое-что интересное нашел. Наш Лебедев Роман Эвирович. Что за идиотское отчество? А это имя было популярно в 50-е годы, эпоха войны, революции. Ты посмотри, что я нашел. Интересно. Еще как интересно. Получается, этот Лебедев был в гостях у Ревзина накануне убийства и оставил кучу денег. А Сергей Михайлович его выгнал. Ну, я думаю, Лебедев нам просто так не расскажет, за что. Надо съездить в этот авиамузей и поговорить с директрисой. А что ты готовишь? Не волнуйся. Пока ты со мной, ты будешь есть нормальную еду. Получается, я прощен? Ну, мы же занимаемся общим делом. Зачем нам ссориться? Слушай, я ее немножко знаю. Ты ей обязательно скажи, что ты вывесишь фотки во все соцсети. Она это любит. Да-да, скажу. Ты, конечно, зря со мной пошел. Надо было тебе дома остаться. Ты за меня беспокоишься? Конечно. Я всегда беспокоюсь за своих друзей. Да? Да, я узнала. У меня ваш телефон высвечивается. А кто вам сказал, что я в детдом ходила? Я, может, на свидание ходила. В ресторане за углом была. Может, вам еще рассказать, что я ела и чем потом занималась? Дуримары есть. Жди меня. Екатерина Павловна? А, я вам перезвоню, извините. Я Маша Поликарпова с сайта «Мой город». А, очень приятно. Слушайте, а давайте просто Катерина, да? Катерина. И предлагаю прямо здесь. Здесь фон красивый. А где ваша аппаратура? А, у меня телефон. Здесь очень высокое разрешение. А, и, Катерина, небольшое интервью я возьму. Пожалуйста, спрашивайте, все расскажем. Так, я слышала, тут скоро будет интерактивный музей, как в Европе. Это так? Ну, с Европой нам придется подождать. Угу. Дело в том, что подрядная организация отказалась от нашего проекта. Угу. Я слышала, это фирма «Магия». А почему? Ну, почему? Потому что мы бюджетная организация, а им, видно, предложили заказ, где можно разгуляться. Хотя очень жаль. Могла бы получиться очень интересная история. Да, действительно, очень жаль. А давно не отказались? 4 дня назад. Да, у нас в этот день как раз еще человека убили, может быть, слышали? Ой, слушайте, такой ужас был. Я как раз приехала со встречи с их директором Романом Верычем. Ну, вы снимаете, снимаете. Да. И в полный рост. Получается, в утро убийства Лебедев позвонил и отказался от проекта с авиамузеем. Вот тут самое интересное, Сеня. Сергей Михайлович и Лебедев встречались за пару дней до этого. Это тебе Екатерина Павловна рассказала? Да, я буквально на удачу спросила про Сергея Михайловича. Он детишек как раз приводил на экскурсии. А в последний раз это давно было? За пару дней до вот этой страшной трагедии. А мы как раз с Романом Верычем осматривали авиапарк. Ну, я ему показывала, что здесь, как. И директор с ним поздоровался. Они были знакомы? А вот это очень странная история. Он его назвал другим именем, а Роман Эвирович сказал, что он обознался. Получается, он назвал Лебедева чужим именем, потом Лебедев приехал к нему с деньгами, а на следующее утро Сергея Михайловича убили? Во что же он ввязался? Бабочка.
И как она сюда прилетела? Откуда у тебя пистолет? Это не мой, это Егора. Его когда забирали, он свои вещи для меня оставил. В детдоме спрятал, я нашла после обыска, а там пистолет. А почему ты не отнесла его в полицию? Я не хотела им помогать, и потом я подумала, вдруг пистолет не пригодится. Ты хочешь убить того, кто убил Ревзина? Не знаю. Раньше бы сказала, да, я бы убила. Сейчас... Сейчас я верю, что человек способен измениться. Но, может, это глупо. Я думал, что у фирмы, которая заключает такие контракты, офис будет пошикарнее. Да, секретарша, которая назначала мне встречу, говорила со мной так, будто они в дворце живут. Ты сказала, что мы будем вдвоем? Нет, я сказала, что буду одна, так что жди меня здесь. Ася, хватит отодвигать меня в сторону. Вдруг он опасен. Сень, я знаю, что делаю. Если почувствую опасность, я позвоню тебе. А если не успеешь? Ну, ответь. Алло. Мы будем с тобой всегда на связи. Только, пожалуйста, приходи только тогда, когда я позову тебя сама. Хорошо, обещаю. Да-да, пусть заходит. Добрый день, Роман Иверович. Добрый день. Я Маша Поликарпова по поводу проекта загородного дома. Да-да, очень приятно. Чай, кофе, может... Нет, спасибо. Ну, тогда рассказывайте. Не двигайся. Руки, чтобы видела. Так это... Что надо? Твое настоящее имя. Что? Имя, которое назвал директор детдома, которого ты заказал. Имя! Вы меня не застрелите. Здесь полно людей. Полиция приедет раньше, чем вы успеете скрыться. А может, я не боюсь полиции? На счет три. Раз, два... Карцев! Станислав Петрович. Зачем приходил к Ревзину? Он меня узнал. Я раньше приходил к нему по поводу ремонта детдома, но у нас не срослось. Дайте угадаю. Мы сделаем как в Европе, а потом ты исчез. Ну, что-то типа того. А, деньги потом успел прихватить, конечно. Слушайте, это не имеет никакого отношения к делу. Еще как имеет, сволочь. Рассказывай, что было дальше. Ну, что дальше? Он... А вот, обратите внимание, Ан-14. Замечательный был самолет. Легкий, быстрый, простой. Думали, что он заменит Ан-2. Но вот как-то не сложилось у него. Ну, постойте здесь, не расходитесь, ладно? А вот здесь мы сделаем интерактивный центр, поставим симуляторы полетов, и посетители смогут почувствовать себя настоящими пилотами самолета. Прекрасная идея. Добрый день, Станислав Петрович. Не ожидал я вас тут встретить. Вы обознались. Роман Иверович, вы знакомы? Что было дальше? Что дальше? Он опять пришел. Начал наезжать. Спрашивал, как мне спится после того, как я обокрал детей. Грозился пойти в полицию. И ты его заказал? Нет, нет, я принес ему все деньги. Кто тогда его убил? Реставратор. Кто? Реставратор. Реставратор чего? Жизни, как он говорит. Он типа восстанавливает жизнь таким, как я, которые профукали свой первый шанс. Как это? Как, ну...
Ну, например, ты хочешь начать новый бизнес, а биография не позволяет. Или, я не знаю, срок светит, или за границу не выпускают. Что делать? Купить поддельный паспорт? Можно, но если ты хочешь начать делать что-то серьезное, то тебя будут проверять. Где родился, где учился, на ком женился, все. А для этого нужна полноценная новая личность. Получается, реставратор подделывает архивы ЗАГСов и институтов? Нет. Он добывает эту новую личность среди пропавших без вести. Он даже старается, чтобы клиент и потеряшка, как он говорит, были внешне похожи. Ну, а потом только остается прийти, заявить, что ты нашелся, и получить новые настоящие документы. Как его найти? Как его найти? Нужно отправить ему e-mail, он сам вас найдет. Пиши. Разборчиво. Матвей Александрович, я вас как раз везде ищу. Угу. По поводу Агранова. Я тут что подумал? Что если он не тот, за кого себя выдает? С чего ты взял? Не соседка его, но чья бабушка заявление написала о пропаже Агранова. Говорит, что та после его возвращения просто не узнала. Я к ней съездил, она после инсульта, ну, бодрая. Говорит, точно не он. Похож, но не он. Интересное кино. Да уж куда интереснее. Может, на всякий случай в базе по фото поискать его? Угу, поищи. В отдел пропавшей без вести. Сходи к капитану Березину. Скажи, я отправил. Есть. Скорее, пока он не вызовет полицию. Он не вызовет полицию. Что? Почему? Потому что этот реставратор сам работает в полиции. Откуда ты знаешь? Выслушай меня, пожалуйста. Давай. Я не Арсений Агранов. Меня зовут Андрей Попов. И я на месте убийства Сергея Михайловича оказался не случайно. Ты реставратор? Да нет, господи. Но я знаю, кто он. Кто? Он работает в полиции. Помогает таким, как я, попавшим в беду. Помнишь, я рассказывал тебе, как убили моих родителей? Меня тогда обвинили в убийстве по неосторожности. Мне грозила тюрьма, тогда появился реставратор. Предложил мне помощь. Где настоящий Сеня Агранов? Он давно пропал без вести. Реставратор подбирает похожих внешне людей и помогает занять их место. Что ты делал в авиамузее? Реставратор сказал, что я должен ему услугу. Я должен был появиться в назначенном месте, когда он скажет, не задавать лишних вопросов. Когда я пришел и увидел Сергея Михайловича, я понял, что он меня подставил. Он знал, что я не пойду в полицию. Ты знаешь, где он работает? Как он выглядит? Я знаю, как он выглядит, предполагаю, где он работает. Ты мне веришь? Не подходи. Я не знаю, мне надо побыть одной. Алло? У меня серьезная проблема. Только что приходила девчонка с пистолетом. Она знает про вас. Она знает, что я, это не он. Послушайте, вы должны решить эту проблему. Я один... К одну не пойду. Мы в этом деле вместе. Имя у нее есть? У этой девчонки с пистолетом. Имя? Да, Маша Карпова вроде. Нет, Поля Карпова, да. Документы видел? Какие я документы мог у нее проверить? Я же не знал... Подождите, у меня же тут везде камеры. Я вам сейчас запись пришлю. Ага. Получил. Я еще ничего не отправлял. Подождите. Все, я отправил. Только я не знаю, где ее искать. Найдем. Ну, здравствуй, Маша. Какими судьбами к нам, Иван Юрьевич? А. Опять потеряшка нашелся? К счастью, такое бывает. Матвей Александрович. Вы недавно отправляли к нам своего коллегу по поводу Арсения Агранова. Да, отправлял. И что, нашли что-нибудь? К сожалению, нет. Никого, кто бы мог быть похож на него. Простите, что не смог вам помочь. Да, что вы, это не ваша вина. Как знать... С этими потеряшками все время кажется, что я плохо ищу. Но всего доброго.
Я думал, ты придешь с полицией. Я хотела. Почему передумала? Я тебе верю. И какой у нас план? На реставратора у нас ничего нет, кроме твоего слова, которому вряд ли поверят в полиции. Роман, который не Роман, не согласится свидетельствовать. Так что нужно поймать реставратора на том, что он делает. За руку. И тогда уже идти в полицию. И как мы это сделаем? Реставратор мне ответил. Мы встречаемся сегодня в ресторане. Тебе лучше не ходить. Ася, это опасно. Не волнуйся. Я буду не одна. Здравствуйте, Маш. Ну и зачем вы напугали моего знакомого? То есть вашего клиента? Вы ведь реставратор? Называйте меня просто Иван Юрьевич. Иван Юрьевич, а что случилось с настоящим Романом Лебедевым? Маш, вы так много мне задаете вопросов, а на мои не отвечаете. Я понятия не имею, где он. Пропал куда-то. А вот интересно, как вы о нем узнали? От вашего бывшего клиента Арсения Агранова. Помните такого? Помню. А вы давно его видели? Мне бы с ним переговорить. Именно для этого я вас и позвала. Я знаю, что вы его ищете. И я могу вам сказать, где он находится. Но взамен мне нужна ваша помощь. И чем же я могу вам помочь? Это мой друг. Егор Сизов. Добрый вечер. Егор только что вышел из тюрьмы. Он сидел 10 лет за вооруженное ограбление и хочет начать новую жизнь. Честно, хочу начать жить. С Асей. Вам что-нибудь принести? Куколка, понадобишься, позовем. Если я вам помогу, вы готовы сдать мне Агранова? Вам не жалело? Он убил человека, которого я считала своим отцом. Оксан, что там происходит? Пойдите, узнайте. Я вам шпион, что ли? Согласился помочь. Снежинка, я ради тебя на все готов. Помни об этом. Да, я это очень ценю. Что это за слово такое «ценю»? Это типа ты мне говоришь «спасибо, что помог, а теперь проваливай»? Ну ты что? Снежинка, ответь мне только на один вопрос. Неужели вот так взяла и разлюбила? Прости. Матвей Александрович, распечатка звонков. Да, отлично. Сам еще не смотрел. Так, думаю, мы что-то где-то пропустили. Если тот, кого искала новогоднюю вечером, пришел в детдом, он, по крайней мере, должен был знать, что Ревзин еще на работе. Они с ним созванивались раньше. Че? Алло? Hello, Mr. Drozdov. I can't talk right now, but a lot of works. Yes. Sorry. Goodbye. Извините, я просто преподаватель звонил, просто что писал только по-английски. Извините. Смотри, 8 пропущенных звонков от одного абонента. При этом в это же время ему звонили другие, и он отвечал. Что за абонент? Фирма «Магия». Так это та фирма, которая разорвала контракт с авиамузеем. Как раз день убийства Ревзина. Только туда ехать уже поздно. Да уж.
Пробей мне пока, что это за фирма, кто владелец и сколько сотрудников. А утром выясним, кто именно оттуда звонил. Есть. Что теперь будем делать? Ждать. Ты думаешь, он поверит? А если решит проверить? Ну, если хочешь соврать, скажи половину правды. Полиция тебя действительно ищет. Егор только вышел. Версия шаткая, но правдоподобная. Может, домой? Нет, домой сейчас нельзя. Потому что если не поверил, то мой адрес пробить несложно. Куда идем? Будем гулять всю ночь. Расскажи мне о себе. Только правду. Листьев Павел Алексеевич. Листьев Павел Алексеевич. Можно Павел? Листьев Павел Алексеевич. Можно Павел? Все произошло мгновенно. Но я не был виноват. Та машина выскочила на встречную полосу. А у водителя той машины был очень влиятельный отец. Ты не жалеешь, что согласился? Я тогда думал, что мне конец. А он предложил мне начать с чистого листа. Я думаю, что каждый человек имеет право на второй шанс. А ты бы как поступил на моем месте? Нам пора. Скоро ресторан открывается. Анастасия, я по поводу вашего друга, Егора Сизова. Да, слушаю. Ваш заказ готов? Как мне его вам передать? Давайте встретимся в полночь в ресторане. Полночь? Как романтично. Тогда до встречи. Не забудьте принести оплату. Да, конечно. Матвей Александрович, нашел. Кого? Того, кто Резвину звонил. Лебедев, директор. Их фирме-то всего только двое. Он и его секретарша. Он вчера ей отзвонился, мол, отпускает ее в отпуск. И сам уезжает. Вот я и думал, может, он за границу лыжи намылил. Адрес есть? Ну, обижаете? Поехали. Секретаршу я отпустил, как и договаривались. Дела все уже свернул. Скажите, пожалуйста, когда вы сможете найти мне новую личность? А зачем тебе новую личность? Ты ведь опять будешь делать все то же самое. Шантажировать и воровать. Я тебе что сказал? Не высовывайся. Зачем ты устроил мне проблемы? Не будет тебе никакой новой личности. Как? То есть, я, простите, не совсем вас понимаю. А что тут понимать? Я даю людям второй шанс. А ты свой упустил. Тебя, дурака. Такой бизнес приходится сворачивать. Матвей Александрович, можно минутку? Есть вчерашняя запись. А это кто еще? Ну-ка, приблизь побольше. Что-то лицо знакомое.
Так это же наш Агранов. Так что не получается, с Асей новогодний заодно? Ась, к тебе пришли. Кто? Привет. Привет, ты зачем здесь? Да что-то у меня сердце не на месте. Пойдем проветримся. Я не могу, мне надо работать. Да мы ненадолго, пошли. Ладно. Арсений Агранов, вы задержаны по подозрению в убийстве. Это какая-то ошибка, я никого не убивал. Кровь жертвы на ваших вещах, сами вы в бегах были. Для судьи это больше, чем достаточно. Давай рассказывай, что ты там задумал. Что, все сговорились, что ли? Ася, помочь хочу. Ладно. В 12 сюда придет человек, который обещал тебе новую жизнь, реставратор. Я хочу, чтобы он признался во всем, что он делал. Без проблем, организуем. Нет, он сам. Чистосердечное. А ты будь поблизости. Слушай, у меня есть там пару дел неотложных. Но к полуночи я подскочу. Хорошо? Хорошо. Все, давай, пока. Егор. Да послушайте, сегодня в полночь реставратор приедет к Асе сюда в ресторан. Она будет совсем одна. Кто приедет? Реставратор, это убийца. Его так называют, потому что он реставрирует жизни. Похоже, вас посадить все же не удастся. Правильно говорит ваш психиатр. Вы сумасшедший. Сумасшедший был Сеня, я не он. В отделе будешь сказки рассказывать. Пожалуйста, посмотрите мой телефон. Там фотография газеты есть. Закрой рот. Егор. Андрей Попов. Ну и как же ты оказался на месте Арсения Агранова? Мне помог реставратор. Он работает у вас в полиции. Пожалуйста, поедем обратно. Ася там одна, это опасно. Ты сказал 12 часов. Время еще есть. Рассказывай все. Хорошо, я расскажу. Только пообещайте мне кое-что. Ну, в твоем положении я бы не ставил условия. Я прошу не за себя. Пообещайте, что не будете преследовать Асю за то, что она укрывала меня. Она ничего не знала, я ее обманул. Я попробую. Хорошо, я сделаю то, что смогу. Ты его убил? Пока еще нет. Звони Агранову. Скажи, что у нас планы изменились. Если не позвоню. Стой! Набирай. Не так быстро. Дай посмотреть номер. Ему подходит. Планы изменились, мы тебя ждем в авиамузее.
Помнишь, где мы встречались? Прямо сейчас. Да, Асика, я все понял. Уезжай. Наручники снимите. Сиди здесь, там опасно. Вот именно, Ася там одна с ними. Я могу помочь, пожалуйста. Я сказал, сиди здесь. Давай поиграем, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Сизов? Где Ася? Вот не думал, что буду рад тебя видеть, начальник. Погнали, я ее сам ищу. Ку-ку. Застукал. Ну, и где твой Сеня-то? Я здесь. А мог бы сбежать. А я не хочу больше бегать. Надоело. Ну что, теперь остается решить, кто из вас умрет первым. А? Сегодня никто не умрет. Пистолет на землю. Медленно. Вот и прекрасно. Преступник сначала убил полицейского, потом свидетельницу, ну а потом и сам застрелился. Дело закрыто. Брось пистолет. Сеня. Ну, ты же не выстрелишь. Для того, чтобы убить человека, нужен характер. А у тебя его нет. А сейчас и проверим. Ничего, Снежинка, скоро свидимся. Сейчас тебя только подлатает, малеха. Ай. Что теперь будет? На днях заедьте ко мне, дадите показания. А с Сеней? В смысле, с Андреем? Тоже на днях ко мне.
И пока не уезжайте из города. Я не уеду. Илья, отвези их. Ага. Есть. Пойдемте. Спасибо вам. И простите меня. Ну что, майор юстиции Березин Иван Юрьевич? Или лучше, реставратор? Признание на приговор не повлияет? Врать не буду, но душа облегчит. Ваше право. Тогда придется отмотать весь срок. Только один вопрос, где? Либо на красной зоне вместе со своими, либо в обычной колонии. С зэками. Знаешь, что они с тобой сделают, когда узнают, что ты бывший мент? А я прослежу за тем, чтобы все узнали. Меня зовут не Иван. Дмитрий. Все наши хотели грехи юности делать. Что? Ну, бабка такая, кольцо. Значит, что стаж в колонии начал. Дураки. Да я про что? Мало ли, когда начал, может, скрысился потом, так? Надо, чтобы про тебя самое важное узнали. Вот, зырь. Это что такое? Не подам руки менту. Дим, бросай все это фуфло тюремное, а? Ну, что было, то прошло. Теперь о другом надо думать. Надо новую жизнь начинать, честно. Кому нужна эта новая жизнь? Жили за копейки, хватит. Да не в деньгах дело, Мить. Надо мир наш лучше делать. Я вот, например, хочу хороших людей охранять. От гадов всяких. От преступников. Че, это меня, что? Ну, если не изменишься, с тебя начну. Ах ты, гнида. Там я Ваньку и закопал. На нашем месте. А утром уехал. Искать его некому было. Мамки с батькой уже не было. Старые дружки дома остались. Ну, а новым я представлялся, как Иван. Вот так и живу. За него. Пришлось ментом стать. А жить по-новому не получилось? По-честному? Да нет честных людей, Матвей. Есть те, которые не знают, как заработать. А я знал. И заказы, представь себе, сыпались мне. А что я, собственно, плохого делал? Я давал людям второй шанс. Как художник реставрировал их жизнь, можно сказать. Много отреставрировал. Пиши всех. Если бы я сразу пошла к Холодову, Егор бы не пострадал. Но ты выбрала защитить меня. Это моя вина. Нет, виной всему моя самоуверенность. Что будешь делать? Ну, попробуй больше не допускать ошибок. А ты? Звонил Илья, помощник Холодова. Он пробил то дело, в котором меня обвиняли. В той машине были неисправны тормоза. Заводской брак. Так что обвинение давно сняли. Скрываться не имеет смысла. Правда, в той прошлой жизни меня больше никто не ждет. Я пошел. Не хочу напоминать тебе о том, что случилось. Останься. Однажды один человек мне сказал, что у каждого есть второй шанс. Для меня это будет уже третий. Третий, последний. Просто тебе нужен человек, который будет следить, чтобы ты его не упустил.